Мальта согласилась принять судно «Лайфлайн» с беженцами. Часть нелегальных мигрантов примет Италия, сообщил премьер-министр этой страны Джузеппе Конти после переговоров с мальтийским премьером. Находящееся уже несколько дней в Средиземном море судно немецкой благотворительной организации «Лайфлайн», на борту которого находится около 230 спасенных в море мигрантов и 17 членов экипажа, может войти в один из портов Мальты. Об этом сообщил во вторник, 26 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конти после телефонного разговора с главой мальтийского правительства Джозефом Мускатом. При этом Италия примет часть находящихся на борту корабля беженцев, указал Конти и выразил надежду на то, что еще часть нелегалов согласятся принять другие страны Евросоюза. Активисты из Дрездена спасли более 200 беженцев в международных водах Средиземного моря еще 21 июня, но до сих пор ни одна страна не соглашалась пускать судно «Лайфлайн» в свои порты. На протяжении нескольких дней оно находилось вблизи берегов Мальты. Источник. Русская служба DW. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.